Вчера глава района принял у себя в кабинете сборную команду юных футболистов вместе с их тренером. Эти талантливые спортсмены выступили на всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» и смогли занять второе место. Давно в районе не было такого блестящего спортивного достижения. Глава района от всей души поздравил футболистов с этим знаменательным событием и выразил им искренние пожелания успехов в будущих соревнованиях. Хотел поздравить всех вас, тренера, ваших родителей и нас, потому что я вот на моей памяти такого результата давно не было. Не останавливайтесь, терзайте. Я думаю, что это не последний такой серьезный успех. Я желаю всем вам, чтобы все состоялись в жизни. Ребят поздравил и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Души молодцы, очень хороший результат, очень достойная победа. Вы, несомненно, заслужили своим трудом, своим упорной работой. Так и продолжайте. Спорт дисциплинирует, спорт настраивает людей, спорт дает нормальные результаты, которые, несомненно, вам потом пригодятся в жизни. Старайтесь, дерзайте, рад за вас в душе. Это победа не только ваша, и наша. Всего района, о районе услышали опять, о районе узнали, что здесь занимается футболом, здесь есть достойная плеяда тех людей, которые продолжат эту работу на футбольном поле. Глава муниципалитета заверил команду, что администрация района будет оказывать им всяческую помощь и поддержку в их дальнейшей спортивной карьере. Благодаря этому успеху район может гордиться своими юными спортсменами, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства и представили его с блеском на всероссийской арене. С ответным словом выступил тренер сборной Рамазан Джигунов. Внимание, уделенное нам за условия, которые предоставляете спортсменам. Спортсмен не только футболистам, но и спортсменам в целом в районе. Уровень поднимается за счет поддержки вашей, за счет программ. Спасибо вам тоже от лица команды. Знаменательное событие, случившееся с командой юных футболистов, подчеркивает важность развития спорта в районе и ведет к большой поддержке и вниманию к молодым талантам. Это отличный пример того, как старания, труд и преданность могут привести к успеху и вызвать гордость в регионе.